Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. При плавающем сознании ритуал не сработает. Таков мой ответ на комментарий пользователя YouTube под ником Мирамгуль Карасаева. Она написала так: помните, вы показали ритуалы со сетрой рыбы для богатства, здоровья, счастья, то есть слитно любви. Я все делала, как вы мне сказали, но так и не получилось у меня. Там она дальше перечисляет, что она вот, у нее и 40 лет, уже стареем, пишет. Ну, хотя я 40 лет, в моем понимании, это совсем не возраст. И получается как? У обычных людей, у большинства людей, сознание все время плавает. То есть они отвлекаются, да? Ну, даже животные, вот если сказать, хотя вроде бы у них нету таких сложных конструкций, как у людей, но сознание у них работает, и чаще всего у них тоже оно плавает в каких-то вот пределах. Но им проще, потому что их цель вот прокормиться, вот конкретно если есть еда, он только вокруг еды и будет крутиться, поэтому там у них сознание более концентрировано, да, на еде. А у людей сознание плавает. И добиться концентрации внимания при таком плавающем сознании, при отсутствии контроля сознания, очень сложно. Но, естественно, при плавающем сознании ритуал он не сработает. Вот таков ответ на комментарий Мирамгуль Карасаевой. На этом до свидания.